чему сюжеты и интриги. Про все мы знаем, про все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш. И если мне не имется и не спится, или с похмелья нет на мне лица, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца. Как мусора, когда приходят брать.